Здравствуйте, передо мной победители и призеры чемпионата Российского спортивно-студенческого союза на дистанции 1500 метров. У нас сегодня кто первенствовал? Николай Горин. Николай Горин, молодец, сегодня уверенно победил, по-моему, уже не первый раз вам побеждаете. Ну, да, я здесь несколько раз выступаю, уже на 7 год пошел. По-моему, ваши любимые старты, мне кажется. Да. И какая победа уже? Не помню уже, сбился со счетом. Ясно, какой у тебя результат сегодня? 3.55, но результат слабенький. Ну, нормально по наше время. Бежали на выигрыш, на победу. Ну, у вас соперники были серьезные на самом деле. Да. Те самые, что и на чемпионатах России, по-моему, похожи, ребята, одни и те же. Правильно понимаю, на молодежках. Кто у нас сегодня второй стал? Второй стал Дмитрий Евгений. Так. Вы откуда у нас? Чувашский государственный педагогический университет. Да, Коля, а вы у нас, по-моему, представляете? МГУ Огарева. Мордовский государственный университет. Мордовский. МАК-2, Чувашия и третье место. Тоже Чувашия, Васильев Александр. Ну, ребят, что же вы Чувашия поиграли МАК-2? Значит, получается, МАК-2 сильнее вас? Или это вы считаете сегодня, нормально? Сегодня оказалось сильнее. А тут там это, знаете, МАК-2, Чувашия, идем, мы все-таки дружим друг с другом. Мы друзья. А? Друзья, да? Друзья. То есть нет конкуренции, конкуренция только на дорожке. Дорожка, да. Ясно, ну хорошо, как вообще-то вам здесь атмосфера, как в Ярославле? Вот Николай, вот мы не пират. Мы привыкли уже который год, мне кажется, уже 6-й или 7-й год подряд проводится в Ярославле, атмосфера хорошая. Манеж, в принципе, бежать можно. Николай, ну уже время подходит, по-моему, вы же уже не будете вечным студентом? Все, или вы как все, ботаник? Все, последний год. А, то есть последний год ваш уже? То есть, можно сказать, уже такое громкое прощание такое, ну, да? Да, еще летом. Хлопочек сделали? Летом, все. А собрать ребятам? Ребятам, они все-таки помоложе вас? Помоложе, да. То есть, у них будет теперь шанс победить, да, да. Наконец-то? Ребят, ну давайте это побеждайте. И радуйте нас всех своими достижениями. Удачи вам. Спасибо. До новых встреч. Ну, и я думаю, что эти турниры нужны, правильно? Да, конечно. Развиваться. У нас есть легкоатлетика студенческая, как вы думаете? Есть. На нас держит. На вас. Ну, тем более, ребят, ну, на удачи. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое вам.